Туристическое агентство из Калмыкии представит нашу республику в финале всероссийского конкурса. Маршрут «Легенды и вкусы Калмыкии» вошли в первую пятерку в номинации «Лучший гастротур гастрономического фестиваля», среди которых также Бурятия, Свердловская, Архангельская, Ростовская области. По словам замдиректора турфирмы «Намджен» Утнасуновой, представленный тур реализуется с 2017 года и пользуется большой популярностью среди гостей республики. Отдыхающий принимает участие в мастер-классах по приготовлению национальных блюд, посещает знаковые достопримечательности, где также могут насладиться старокалмыцкой кухней. Финал конкурса пройдет во Владивостоке с 22 по 24 сентября. По итогам этого конкурса, да, мы сначала вышли в полуфинал, конечно, были очень обрадованы, но когда мы вышли в финал, у нас уже, знаете, появилась такая, знаете, ответственность. Мы, ну, теперь очень переживаем, как мы будем представлять нашу республику во Владивостоке. Там съедутся со всех регионов России, да, 5 номинаций, 25 участников всего, каждая номинация по 5 участников будет. Поэтому там будет именно фестиваль гастрономический и дальневосточной кухни. Будет там давать время на презентацию, там всего 10 минут, мы должны за 10 минут рассказать о нашей туре. И, я не знаю, сможем, мы успеем рассказать о Калмыкии, но хотим, конечно, попросить еще дополнительное время, чтобы больше презентовать республику нашу. Я думаю, что у нас есть потенциал для того, чтобы какое-то место там занять, поскольку калмыцкое мясо уже известно, Калмыкия уже она в тренде, да, у наших российских туристов. Кроме того, мы до пандемии принимали иностранных туристов, всем очень нравится наша кухня калмыцкая. Я думаю, что у нас есть потенциал для того, чтобы какое-то место там занять, поскольку калмыцкое мясо уже известно, Калмыкия уже она в тренде, да, у наших российских туристов. Кроме того, мы до пандемии принимали иностранных туристов, всем очень нравится наша кухня калмыцкая.